В 1946 году в Театре оперы и балета имени Абая состоялась премьера лирико-драматической оперы Мукана Тулебаева «Бержана и Сара». Главные роли исполнили Ануарбек Умбетбаев и Куляш Байсейтова, режиссер Курманбек Жандарбеков. В 1885 году родился видный датский ученый, один из основателей современной физики, организатор и руководитель Института теоретической физики в Копенгагене, член Академии наук СССР Нильс Хенрик Бор. Пятнадцать лет назад одной из улиц Берлина присвоено имя казахского поэта Абая Кунанбаева. Сто тридцать лет назад во Флориде впервые началось производство зубной щетки. Первый экземпляр щетки был создан еще в 505 году для китайского императора. В 1951 году родился актер театра и кино, народный артист Казахстана, заслуженный артист Кыргызстана, певец, лауреат государственной премии, член Союза кинематографистов СССР Досхан Жолжаксынов.